Привет, бои и скауты, с вами Кьюбай, только что посмотрел пятую серию мультсериала «Что если?», она посвящена зомби-тематике, Marvel Zombies, не совсем экранизация комиксов, которые многим известны, а это своя история внутри киновселенной, получилось, ну, довольно спорно и очень коротко. Короче, давайте смотреть, и в конце еще эмоции будут. Ну, а через пару дней будет полноценный разбор этой серии, где мы сравним комикс, где мы найдем отсылки в этой серии, они здесь есть, и вообще поговорим о сюжете чуть подробнее. Was not one he recognized. Я так понимаю, события будут связаны с гражданской войной, с этим вирусом Кроссбоунсом. О, Бог. Кайповоз 5 уровня. Спасибо. Приходите сегодня на игровой стрим, реально будет клево. Тони? О, boy, are you guys screwed. Ну они вроде неплохие зомби, в плане, не безмозглые. О, саунд классный, как из хорроров. Прикольно. Что это? Прикольно. А она осами умеет управлять? Или это были муравьи? Паучок! Начало прикольное. Ну такое, какой-то квантовый вирус, это странно. О, в этой же серии будет вроде в банке голова Скотта. Вот это найс. Вот это прикольно. О май. Ну паучина же рано или поздно пройдет. Да, забавно же, что эта актриса еще играла в «Ходячих мертвецах». Ей не привыкать. Вот он, сокол. Я бы посмотрел такую полнометражку там. Часа на полтора, вот именно в этой вселенной. Мы дождались хэппи Железного Человека. Однорукий сокол. Блин, ну хэппи, ну... Хэппи убили. Найс. Блин, неплохо. Здесь вот эти штуки всякие такие. Повзрослее, чем я думал. Ну, зомби можно разрубать. В этом рейтинге я имею в виду. О, она отобрала. Реально начинается поезд в Пусан. Опа, это Стив. Он ее убил! Да чё, они так быстро все умирают здесь? О, найс. Так, ну в мульте-то можно было сделать клевую боевку. Сейчас оценим. Понял. Ну ладно. Now happy. And... Блин, паучок у них клевый получился, прям мне очень нравится. И голос похож. Guys, bad news, team. Внешность не очень. Well, looks like our draft cars just got pulled. Ну, кстати, идея бомба. Атака титанов.
максимально героически уйти. Ну, она и так героически ушла. Отправилась в Вальгаллу. А она же теперь будет зомби, но больше. А он, конечно, не особо похож на Дэвида Десмолчана или как он там. Они не могли оставить Пола Радда без рта, поэтому... Голова, чтоб он болтал. О, плюс... Наконец-то он с щитом. О, вот здесь красиво, кстати, выглядит освещение. У них освещение получилось неплохое. Опа. Ванда. We don't have much time. We have to run. Really do wish you hadn't found us. Vision, what the hell is this place? A trap. Опа. She hasn't eaten in days. Скотт. Yes, doctor, I believe you are right. Она стрёмная. Опа, отсылки. Wakanda forever. Wakanda forever. Такое мы уже видели. О, прикольно, он сразу в зомби превратился. Безумная. Почему она так злобно выглядит? Все зомби такие более-менее милашки. Да она может вот так его сдавить и все. Хорош, давай, Халк. Минус Бэннер. Увы, но... Халк вообще никак не затащит против Ванды. И почему она с ним дерется, типа, в ближнем бою? Вот, вот она, о чем я говорил. Она же теперь большая должна быть. Эти слова от Чалы теперь по-другому звучат. Even if it might bring an end to the universe. Фига. На самом интересном, ну так не делают. Тем более, следующая серия-то будет не про это. Ну блин, было бы интересно посмотреть, что и как. Серия получилась прикольная, но что-то я вообще ожидал другого. То есть прям совсем я другого чего-то ожидал. По идее, они будут, просто если они начнут во втором сезоне повторять серии, которые были в первом, но их продолжать, это будет, ну это будет не что если, это уже будет полноценный какой-то просто... Мини-сериалы внутри сериала. Это такая странная тема. Лучше, конечно, на мой взгляд, лучше эта же студия, там Marvel Studios Animations, сделает полноценный полнометражный проект по этой вселенной, потому что она, на мой взгляд, она всем интересна. Всем любопытно посмотреть, что там с героями. Можно даже оставить, ну знаете, эту серию использовать как такой концепт, или как делают короткометражки, а потом снимают фильмы. И вот, типа, вот сделать это как такую концепт-идею, а в полнометражном фильме примерно все то же самое оставить, там каких-то персонажей поменять, доделать, додумать и так далее, ну то есть паучка в любом случае оставить, тем более здесь его озвучивает не Том Холланд даже, дизайн они взяли из Диснейленда, то есть здесь вообще проблем по правам нет, можно использовать и использовать, ну по идее, ну наверное с Sony какие-то договоренности есть, ну короче, Marvel все сделают, вот, и паучок главный герой, образуется команда там новых Мстителей, и какая-то другая цель, потому что здесь как-то спорно. То есть они здесь просто ищут лекарства, они вроде как его нашли, но их в Ваканде ждет Танос, и по идее как бы им всем... Идея у этой серии, она самая привлекательная для массового зрителя, которая есть в этом сезоне вообще. То есть есть серия с Доктором Стрэнджем, которая, ну вроде как... Доктор Стрэндж это изначально не самый хайповый персонаж Марвел был.
Вот, и как бы серия про него, про какого-то темного Стрэнджа, это такое одно. И Marvel Zombie, где все там известные герои, Железный Человек, Капитан Америка, появляются все они зомби. Ну, интересно же. И казалось бы, ну, как бы вот над чем нужно сделать приоритет, но с Доктором Стрэнджем серия получилась и красивой, и драматичной, с интересным такой, с интересной сюжетной линией. А Marvel Zombie, она получилась прикольная за счет паучка, вообще она топ, и мне понравились взаимодействия между персонажами, но она очень короткая, она не раскрывает вот этого мира, он вроде как и кажется масштабным, весь зараженным, но все настолько быстро, все так порезано, и такая маленькая сюжетка, где они так быстро добираются до цели, вот хотелось бы больше, прям этой идее нужен или полноценный сезон, или полнометражный мультфильм, там на полтора, может быть даже два часа. Где вставить тех же героев, то есть воспользоваться вот этим шансом, как короткометражкой, и сделать полноценный проект по этой идее. Это было бы клево, вот с теми же ребятами, с теми же, с тем же составом сделать полноценный проект. Классно, классно. Я бы такое ждал, но пока серия 50 на 50 как-то понравилась, и что-то не понравилось. Пишите, что вы думаете, поддерживайте лайком, если вам ролик понравился, если нет, поддерживайте дизлайком, ваши впечатления от серии, и подписывайтесь на канал, чтобы новые ролики не пропускать. Всем пока! И, конечно, ждать полноценный разбор этой серии.